борьба с коррупцией – сложное и опасное дело. Но есть организации, которые, несмотря на все трудности, упорно продолжают противостоять этой напасти, потому что хотят, чтобы наши с вами дети жили в благополучной стране. Одной из таких организаций является обособленное подразделение Международной антикоррупционной ассамблеи в Одесской области, которое возглавляет Анатолий Коломиец. Члены Международной антикоррупционной ассамблеи не бегают с кувалдами по городу, не сносят заборы, не выбрасывают проворовавшихся чиновников в альтфатеры и не пиарят себя на каждом углу. Вместо этого организация, в которую входят опытные юристы, адвокаты, бывшие работники полиции и прокуратуры, день за днем в правовом поле доказывает, что коррупцию можно победить, а взяточника привлечь к уголовной ответственности. Благодаря нашей каждодневной кропотливой работе было открыто не одно уголовное дело на взорвавшихся чиновников, которые до сих пор считали себя неприкасаемыми. Международная антикоррупционная ассамблея сотрудничает со всеми, начиная от генпрокуратуры и заканчивая оппозиционными депутатами. Все делается для того, чтобы избавить Украину от тотальной коррупции.